праздничного, Дню Матери. И сегодня для вас мы подготовили музыкальные поздравления в исполнении учащихся и преподавателей школы. И открывает наш концерт Арина Филиппова, Габон. Она исполнит итальянский танец композитора Тринг. Партия фортепиано Ирина Четвертная. Особое место занимает День Матери, который на
надо сказать, что сравнительно недавно появился, и все мы, безусловно, этому очень рады, этому появлению праздника. И ведь этот день мы можем лишний раз поблагодарить наших родителей, нашу маму за подаренную любовь и заботу. Но мы продолжаем, и сейчас в исполнении Павла Степанова прозвучит вальс композитор Мюллер. Thank you.
дуэт исполняет Анна Малахова, саксофон, партия фортепиано Марина Кузькова. Thank you.
исполнит для вас отрывок из оратории Генриха «Соломон. Прибытие королевы Шеба». Thank you.
мелодия из рапсодии в блюзовых тонах Джорджа Гершвина. Исполняет Ольга Шелякова, кларнет. Thank you.
Чернова, баритон, партия фортепиано, Нина Сергеевна Казымова. Thank you.
произведение современного композитора Ибера «Маленький белый ослик», исполняет Федор Шибаев, саксофон, партия фортепиано, Марина Васильева. Здоровья и хорошего настроения. Спасибо за внимание.